Всем привет! Мы выехали прокатиться первый раз за очень долгое время по свету. Ну куда ты уходишь? Что вы скажете? У меня есть двухтактное масло. Я думала, ты выпьешь. Не надо! Короче, вот один мотоцикл, вот второй мотоцикл, и там еще с нами друг. Вот. О, Никита, привет! Здрасте! Что расскажешь? Погода сегодня хорошая. Это я как самый-самый профессионал, я еду на мопеде, на самой маленькой ДТшке. Потому что если мне дать 125-ку, вы меня вообще не догоните. Я сам не знаю, где я окажусь. Я сейчас наберу Диме, вот, мы там сориентируемся. И можем встретиться. Ну, рассказывай. Хотя тебя ж не будет слышно, да? Будет слышно только меня. Если бы у меня был бы микрофон, я бы сделал бы так. Тебя тоже не слышно. Харе, харе, харе. Все, все, хватит. Хорошо, что у тебя нет микрофона. Что, ты заглохла? Да. Странно. Вот мы пришли в Додо. Привет. Привет. Так, осталось только упаковать. Мы тут едем, вот Василий сказал что-то записать, ну я так сказать записываю. Чистейшие Yamaha-воды, Yamaha only, вот надо еще третью купить, да? Ну, Yamaha много не бывает. Вот, значит, пока еще солнце не село, но скоро сядет, вон уже луну видно. Ну, рассказывай. Все круто. Да, вот даже научилась резко тормозить, когда ты резко куда-нибудь сворачиваешь. Там чуть не улетело на повороте немножко. Но... Колесо понесло переднее или да. Что? Наоборот, я боялась, что его понесет, и поэтому не поворачивала, и в кусты немножко заехала. Ну, а ты чувствуй. Нужно чувствовать грань, когда его начинает нести, и в этот момент отпускать тормоз. Я обязательно научусь. Пару раз упаду. О, Никита звонит. Мигает? Ну что, господа, всем привет еще раз. Вот. У Полины заводится со стартера, у меня только с кика. Ну и с кика тоже неплохо. Ну, поехали. Нормальный замок. Направо. О, здорово. Давно стоите? Нет, только подъезд. Хорошо. Привет. Привет. Здорово. Че, поехали, фотографы? Здорово, щегол. Hello, people. Да. Давай снимем камеру на камеру. Получилось? Да. Ну что-то мне подсказано, что он бы не поехал. Так, блядь, банда, знаешь, все заводятся так сразу. Все тут так. Ну
сказать, куда нам дальше. Ну там скалка, я помню. Вообще нам туда. Поехали. Ну а как мы туда поедем, вот так? Я не знаю. Ну поехали, посмотрим, что по этой дороге. Нормально, пацаны! Вот тут можно проехать, да. Вот там, между деревьями. Никита ругается, значит хорошо. Оба! Кардендура.ру, ёпты! Давай, давай. Сейчас, погоди. Меня кто-то пытается поймать. Что, нормально? Да. Ну, можно было и лучше. Ну, пожестче, в смысле, лучше, да? А, ну ничего, в следующий раз получше проедешь.